Езда не по правилам. Надежда Савченко попала в ДТП в Киеве. В машину депутата Верховной Рады врезался автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Минувшей ночью это было. Водитель иномарки, за которой следовала машина Савченко, пробил колесо и резко остановился. Пришлось затормозить и автомобиль у бывшей летчицы. Машиной, кстати, управляла не она, а ее сестра. Ехавший за ними автомобилист среагировать не успел и врезался. Скажу, что в его крови обнаружено 1,67 промилле алкоголя. В крови первого водителя, который затормозил из-за того, что пробил колесо и встал у обочины. Вот 1,67 это либо 1,5 литра пива, либо 150 граммов водки. Ну, он в этом ДТП виновен. Напомню, Надежда Савченко находилась на пассажирском сиденье. Вот, раз, два.